19 июня 92 года – это не просто дата в календаре. Это день славы одних и величайшего позора других. Он кровавыми буквами вписан в нашу историю. А что знает молодежь Приднестровья об этих событиях? Что вы знаете о 19 июня? Что это за события? Это начало войны. Какой войны? Что вы знаете об этом? Не знаю, я ничего не знаю. 19 июня? Нет. А вы из города? Нет. Нет? Нет. Вы не знаете о войне 92-го года, ничего? А, 92-го. Ну, знаю, но мы из Иркеева. У меня вот лично. У меня как бы отец воевал, и он погиб из-за этого. И для меня это день как бы вообще ничего не красит в этой жизни. Бендерская трагедия, по-моему, да? Что вы знаете об этом событии? Война, кажется, началась. Там даже памятник, да, есть. Черная стена называется. Там, когда... Но это, по-моему, не с этим связано. Если можете вспомнить, вспомните, что связано с этим событием. Когда расстреляли там, не помню точно кого, в общем, большое количество людей расстреляли, и там вот по улице Дзержи. А о войне вообще 92-го года что-то слышали, знаете? Ну да. Ну вот что слышали, что знаете, откуда слышали вообще? Ну вообще мой дядя покойный уже сказал, что глупее войны он никогда не видел в своей жизни. И если бы он знал, из-за чего она... Тогда, если бы им сказали из-за чего, то никто бы не пошел воевать. Что я знаю? Я сам участником их был непосредственно. Что помните, что можете рассказать вообще о этой ситуации? Страшно было. Плохо было. Нельзя так больше. Ну, я жил на Шелковом, если знаете, за переездом там. И получается, видел, даже помню эти моменты, когда вот танки со стороны Хаджимуса ехали сюда. Ну, вот такие моменты помню. 3 или 4 года вот так. Отпечаталось, да, в памяти. Даже вот как мама прибежала с работы, забрала меня со двора. Мы убежали потом в подвале 2-3 дня. Бомбежки, вот это все помню, конечно. Ну, то, что воевали люди, как бы. А кто воевал, с кем воевали? Не знаю. Ничего не знаю. Нет. Ну, от речей знакомых, своих подружек, друзей. Это были страшные годы. Говорят, убийства, насилие. Страшно очень было. Я могу себе представить, каково это было. Людям тяжело было. О войне в Бендерах вы что-то слышали? О трагических событиях? О трагических событиях, конечно, слышала. О том, как выпускников просто-напросто убили, говорят, что румыны. Я, к сожалению, не знаю, кто это на самом деле был, но я слышала, да. Прежде всего, конечно, это конфликт между Республикой Молдова и Приднестровьем. Как уже Елена сказала, было много жертв, много насилия. Я считаю, что война, конечно, была бессмысленна. Это чисто мое субъективное мнение. Угу. Вот. Ваше мнение, почему вообще такое происходит, почему такое случается? Не только наш конкретный пример. Я думаю, что... это мнение каких-то отдельных людей. То есть сам народ, не думаю, что хочет воевать, не хочет этого конфликта. Думаю, все хотят жить в мире на сегодняшний день. Потому что жить тяжело, и поэтому нужно сплочаться для того, чтобы жить должны в мире. Должны ли подрастающие поколения, вот, люди помоложе, проживающие в нашей республике, знать о том, что произошло? Конечно, безусловно. То есть и старшее поколение должно напоминать младшему, что было такое, и чтобы такого больше не повторялось. Потеряв сотни лучших дочерей и сыновей Приднестровья, бендеры выстояли и победили. Поэтому 19 июня – это не только день скорби попавшим, но и день памяти тех, кто бросил вызов агрессору и остановил его на городских улицах. Только помнить об этом надо не только 19 июня. Алена Бухаткина, Ирина Воловая, Елена Цветкова, Днестр ТВ.